середине февраля депутат Василий Ласточкин снова посетил Донбасс. Уже в 10-й раз он присоединяется к гуманитарному конвою в составе народного движения «Нижегородское ополчение. Помогаем своим». Представители советов ветеранов Арфиат Свниев и детского сада номер 8 весь январь приносили продукты, сладости, теплую одежду, постельное белье, письма от ребят. Конечно, радует очень бойцов как-то на это. Видно по ним, что они с удовольствием это читают и принимают, прям как будто дома побывали. Стройматериалы и техника – основной запрос с фронта. Для боеспособности, ремонта и быта они порой жизненно необходимы. Как сообщает сайт Гордумы Нижнего Новгорода, прошлый конвой отвез 12 тонн груза на сумму около 7,5 миллионов рублей. Сейчас проходит сбор нового. Край еще заявку прислал наш земляк, который ушел добровольцем. Это нужны квадрокоптеры, он прислал 3 квадрокоптера нужно ему, 5 радиостанций цифровых, поэтому хочется, чтобы бросить клич, нет, просто призвать неравнодушных граждан перевести средства. Есть у нас фонд ФСР, это для пожертвования на СВО. Когда будут переводить, они должны как бы указать, что это пожертвование для СВО. Один квадрокоптер стоит около 500 000, поэтому несложно рассчитать, что даже выполнение одного запроса требует больших средств. Бойцам также нужно сезонное обмундирование, в частности, резиновые сапоги с утеплением. Маскировочные сети, это обмундирование. Ну, конечно, там продукты питания, если только в сухом виде, это все, что было не скоропортящееся, а длительного хранения, это одеяло. По словам Василия Ласточкина, на фронте настроение у всех хорошее. Встречают всегда с улыбкой и заряжают верой в победу. Бойцы делают для этого все возможное. Не менее важна поддержка тыла, поэтому любая помощь приближает участников СВО к цели. Подробную информацию с реквизитами сбора можно найти на сайте городской думы Сарова или в официальной группе ВКонтакте.